дым после сжигания, который дров в печи, походит по вот этим принимающим рукавам и проходит через фильтрующую установку. Владимир Кудряшев, замдиректора предприятия по производству палетов, демонстрирует новую фильтрующую установку. Она должна полностью устранять вредные выбросы при сжигании остатков древесины. Принимать работы пришли представители специально созданной комиссии, куда входят сотрудники администрации городского округа Людмила Кузнецова и Александр Цуканов, члены общественного совета «Химки. Интересно жить» Сергей Новосельцев и Татьяна Кавтарева, а также жители ЖК «Солнечная система». Именно они несколько месяцев назад забили тревогу, когда запах дыма стал доходить до многоэтажек. Экологи из администрации взяли эту проблему на контроль. При сжигании древесных отходов, а это отходы все-таки, выделяется значительное количество вредных веществ. Среди них окислы азота, окислы углерода и взвешенные вещества. Вот. Эксплуатировать такое оборудование без установки очистки дымовых газов запрещено. По требованию администрации систему очистки установили в течение месяца. Жительница Солнечной системы Ирина Скачкова отметила, что уже почувствовала улучшение. Вот в последние несколько дней дым по-прежнему видно, но я действительно ощутила, что запах пропал. То есть именно вот этот специфический запах сжигаемого дерева пока что отсутствует. Впрочем, субъективных ощущений мало, отметил замглавы администрации города Александр Цуканов. Предприниматели до сих пор не провели экспертизу воздуха. Каких-либо заключений мы пока дать не можем, так как еще нет заключений Министерства экологии. Если действительно подтвердится факт, что фильтрующий элемент соответствует предъявляемым требованиям, соответственно, вопросов к этой организации никаких не возникнет. Предприниматели рассказали, что уже обратились за экспертизой. Следить за ситуацией вместе с администрацией города будут и члены общественного совета «Химки. Интересно жить».